Задержать и обезвредить самых опасных злоумышленников – повседневная работа росгвардейцев. Чтобы эффективно с этим справляться, необходима высочайшая готовность. Тренируются бойцы, работающие в 14 регионах, в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, расположенном в Тольятти. Накануне юбилея 40-летия Приволжского округа росгвардейцев в Центре состоялся очередной выпуск сотрудников, заключивших первый контракт для службы в подразделениях сил специального назначения СОБР и ОМОН. Они проходили здесь курс первоначальной профессиональной подготовки. Все занятия проводятся на базе и с участием преподавательского состава 15-го центра, а часть практических занятий проходит при помощи наших сотрудников, наших специалистов на базе нашего ОМОНа. За эти 2,5 месяца действительно мы должны создать сотрудникам те условия, которые будут способствовать именно усвоению той программы. Программы довольно сложной, довольно насыщенной. Среди рекрутов – молодые ребята, прошедшие службу в армии, имеющие за плечами специальную подготовку, спортивные разряды. Из 19 человек – 5 мастеров спорта. Обширная программа включала несколько циклов – специальные, тактические, общеправовые и социальные дисциплины. Как отец всю жизнь объяснял, мужчина должен служить своей родине, быть полезным для своей страны. И, соответственно, поэтому я выбрал эту профессию. Завершился курс первоначальной подготовки сотрудников ОМОН и СОБР экзаменами. На них бойцы продемонстрировали все, чему научились за это время. Один из главных навыков – стрельба из автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Владение оружием оттачивается до совершенства. Леонид Кошман, Новости губернии.